mírame ese culo pa' atrás. Come tu esa chapa vibra. No te me preocupes de nada. Que aquí siempre hay pa' gastar. Yeah. Сегодня мы отправляемся проверить свои нервишки в Tower of Hell. Полезные советы в Роблоксе, которые тебе точно пригодятся. В этом видеоролике я поделюсь своими секретами, как я добился крутых петов в Adopt Me. Ну а ты запасайся вкусняшками и не забывай подписываться и ставить лайк. Первый совет более распространенный, но если ты новичок, тогда тебе эта информация будет очень полезна. Мы должны телепортироваться в магазин с яйцами, и покупать только яйца за 750 баксов, остальные покупать я не советую, так как они бесполезны и пет из тех яиц не особо оцениваются. Советую покупать по 9-10 штук и потом их обменивать на всяких райд петов, шанс обменять их на райд пета состоит 90% из 100. Всем приветик снова, сейчас будем играть в Tower of Hell еще раз. Погнали сюда. Блин, так сразу умереть. Оп. Я просто не успеваю продумывать все, я очень сильно спешу. А что если использовать Shift? Еще хуже. Так же, как сложно играть в этот Tower of Hell. Даже не могу сюда запрыгнуть, но это... Оп. Я выключаю игру, ребяточки. Я сейчас... Во мне просыпается дьявол. Карты, которые ты 100% искал. Мэз Оби. Это Оби, в котором, чтобы проходить уровни, вы должны решать математические примеры. С каждым уровнем они будут становиться все сложнее. Но это только прибавит интерес. Лифт. На этой карте вы находитесь в лифте, который перемещает вас на разные локации. На некоторых этажах вам могут выпадать трудные испытания, которые надо пройти за определенное время. На каких-то этажах за вами будут бегать различные монстры. Ну а на каких-то вы можете просто повеселиться. Лифт Оби. Ну а в этом лифте вам будут попадаться разные интересные паркуры. Количество разнообразных паркуров более сотни, и все они разного уровня сложности. Все паркуры очень красиво оформлены, так что всем советую. Карты в Роблоксе, о которых никто не знает. И первая карта называется Peach Tower. На этой карте сразу три различных тауэра. Каждый из них выполнен в персиковом цвете с добавлением салатового. Карта очень классная и тауэры очень интересно проходить. Я считаю, отлично подойдет для ваших видео с историями. А следующая карта называется Dolce Milk Obby. Эта карта точно понравится Aesthetic Girls, а также тем, кто хочет просто посмеяться или порофлить. Эта карта выполнена в стиле Dolce Milk, так сказать, по трендам. Всем советую! А эта карта называется Конная Долина. На этой карте вы можете стать обладателем лошадки и покататься на ней. Также побегать по карте и ухаживать. Карта интересная и на ней можно зарипнуть надолго. А эта карта называется Rainbow Pastel Tower. Карта безумно красивая, выполнена в пастельных цветах. Проходить интересно, так как много декораций и оформление красивое. Всем советую, и возможно эта карта даже подойдет для ваших видео.